Следственный департамент МВД передал в суд уголовное дело в отношении группы хакеров, которые похитили более 10 миллионов рублей с платежных терминалов. Мошенники действовали несколько лет на всей территории России. Автор преступной схемы создал уникальный компьютерный вирус, который похищал коды доступа и управления терминалами, а затем уничтожал сам себя. При помощи этой программы злоумышленники переводили деньги на специальные счета. Теперь хакерам грозит по 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.